Автобренд Link & Co, созданный корпорацией Geely, начал свой путь в далеком 2016 году с выпуска кроссоверов. Линейка этой марки успешно расширялась за счет моделей, которым присваивались весьма незамысловатые названия в виде цифровых индексов от 0.1 до 0.6, пропустив только четверку. И надо же, очередным авто марки стал вовсе не 0.7 и не 0.8, а Zero. Кстати, обзоры на данные модели уже есть на нашем канале, ссылку вы сейчас видите на экране. Ну а мы продолжим. Вопреки математической логике, эксперты пророчат этой модели перспективное будущее. Но так ли это? Познакомимся с новым хэтчбеком поближе в нашем обзоре. Концептуальный электрокар, разработанный в Гетеборге, выполнен в том же дизайне, что и одна из цифровых моделей компании, носящая индекс 0.3. Исключение составили тип кузова и некоторые дополнительные детали. Головная оптика двухэтажная. В верхней части расположились две светодиодные полосы дневных ходовых огней, а вот основные линзы расположились чуть ниже, в темной горизонтальной полосе, которая и выполняет роль своеобразной закрытой радиаторной решетки. Боковая часть стремительная, она имеет кузов типа лифтбэк с электрической дверью багажного отделения. Заднее стекло сравнительно стильно завалено, что, возможно, не очень практично с точки зрения заднего обзора. Колесные диски на Link & Co модели Zero имеют размерность в 20 дюймов. В задней части на себя обращает внимание интересная линия фонарей, которая проходит через всю ширину авто. Сам же хэтчбэк довольно крупноват и представляет собой модель класса D. Его длина составляет 4850 мм, ширина 1980 мм, высота 1530 мм, дорожный просвет 170 мм. Особенно поражает колесная база, которая с учетом такого класса электромобиля составляет 2999 мм. Характерная особенность интерьера электрокара марки Zero, помимо большого дисплея планшетного типа на 15 дюймов, это необычная внутренняя подсветка салона, интегрированная в переднюю панель, центральный тоннель и дверные карты. Цвет подсветки умеет плавно изменяться. За трехспицевым рулем расположена виртуальная панель приборов, а водительское и переднее пассажирское кресло имеют развитую боковую поддержку. В основе электромобиля лежит совершенно новая платформа SEA, разработка которой обошлась концепту Geely в 2,5 миллиарда долларов. Зато теперь всемирно известный автобренд Geely может похвастаться, что имеет в своем списке достижений первую в мире открытую архитектуру. Ведь использовать ее будут не только 9 марок, входящих в холдинг, но и сторонние автопроизводители. Главная фишка SEA – это собственный аппаратно-программный комплекс, за счет которого тележка может эволюционировать по мере выхода новых прошивок. Архитектура способна масштабироваться под модели с разными габаритами. Плюс она позволяет установить до 3 электрических моторов, а также удлинитель хода в виде двигателя внутреннего сгорания компактных размеров. Согласно официальным данным, 800-вольтовые аккумуляторы SEA рассчитаны на пробег, достигающий 2 миллионов километров. По заявлению производителя, в первые 200 тысяч километров батареи вообще не деградируют. С аккумулятором на 100 кВт и мощностью равной 646 лошадиных сил Zero сможет проехать на одном заряде вплоть до 700 км. Также известно, что от 0 до сотни километров в час электрохэтчбэк сможет разгоняться за 3,9 секунды. А вот максимальная скорость не поражает, ведь она ограничена на отметке в 180 км в час. Пока Zero находится в статусе предсерийного прототипа. Серийное производство хэтчбеков по прогнозам начнется летом текущего года. Ну а первые товарные авто попадут к своим владельцам только к концу 2021 года. По прогнозам, купить новый Zero можно будет начиная со 110 тысяч долларов в стандартной комплектации. Максимальная отметка стоимости пока не обозначена. На этом все, спасибо, что были с нами. Если данное видео вам понравилось, то рекомендуем подписаться на наш канал.